Мы продолжаем информационный выпуск программы «Республика» к другим новостям. Парковка со скидкой. В Чебоксарах уменьшили тарифы и ввели абонементы на платную парковку. Такое решение приняли по результатам голосования на портале «Открытый город». Бесплатная стоянка 15 минут. Стоимость парковки первые 2 часа по 10 рублей, после 30 рублей. Хотите дешевле? Приобретайте абонементы на день, месяц или год. Купить их можно на сайте платных парковок. Другое нововведение – принцип постоплаты. Это, то есть, возможность автовладельцам оплатить плату за размещение на муниципальных платных парковках в течение суток, то есть до конца текущего дня. Что это дает? Это дает возможность избежать административных штрафов, если по той или иной причине автолюбитель не смог оплатить в течение нахождения своего автомобиля на платной парковке сессию парковочную. Сейчас на портале «Открытый город» проходит новое голосование по платным парковкам. Вопросы касаются оптимизации использования абонементов. Ответить на них можно до 15 февраля.